Для предупреждения опасных ситуаций на улицах города сотрудники госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия на оживленных участках города – проспекте Столыпина, Волжской и набережной Космонавтов. В ходе рейда любителей прокатиться с ветерком останавливали для профилактических бесед. С 1 марта 2023 года в законную силу вступили новые поправки в правила дорожного движения Российской Федерации. Теперь в главе номер 24 определены права и обязанности для лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, к примеру, электросамокаты. Госавтоинспекция города Саратова проводит рейдовые мероприятия, направленные на выявление административных правонарушений лицами, использующих средства индивидуальной мобильности. Согласно правилам дорожного движения, запрещается лицам пересекать проезжую часть, не спешившись с электросамокатом. Кроме того, допустимая скорость управления электросамокатом должна быть не выше 25 км в час, а вес самого самоката 35 кг. Автоинспекторы отметили десятки стандартных нарушений, которые обычно допускают водители электросамокатов. Это движение по проезжей части, пересечение дороги в неположенном месте или на красный свет. Согласно новым правилам дорожного движения, лица, использующие электросамокаты в возрасте до 14 лет, должны находиться в сопровождении взрослых, а также передвигаться только по тротуарам, пешеходным зонам, велодорожкам. Только за один день рейда к административной ответственности за пересечение проезжей части по пешеходному переходу на электросамокате привлечены 8 нарушителей. В отношении них составлены административные материалы по части 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях и назначены штрафы по 800 рублей каждому. Госавтоинспекция Саратова призывает граждан к изучению новых требований правил дорожного движения и их строгому соблюдению. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть, Саратов.